Рост коммунальных услуг в республике с июля этого года составит не более 8,5%, при этом изменение тарифов составит по электроэнергии 3,8%, отоплению 6%, газоснабжению 4%. Эти показатели озвучили на семинаре для специалистов по ценообразованию муниципальных образований сегодня в Госкомцене республики. Новые тарифы сейчас обсуждаются и будут утверждены до 1 июля. Если в прошлом году предельно допустимое изменение платежа граждан за коммунальные услуги составляло 9%, то в этом году, как я уже сказала, составляет 8,5%. То есть вот среднее 6%. Это означает, что у ряда семей, в зависимости от степени благоустройства, может быть и менее 6% рост платежа граждан. Ну а при полном благоустройстве там, конечно, повыше будет уровень. Значит, но ни в коем случае не превысит 8,5%.